В последние годы в стране уделяется большое внимание спорту. Для тех, кто ведет здоровый образ жизни, создаются возможности не только в районных центрах, городах, но и в селах. Говорят, что эта территория рядом с Верхнеошминской школой и раньше была местом постоянной встречи неравнодушных к спорту. Школьники и сельская молодежь летом здесь играли в футбол. А сейчас на этом месте в рамках федеральных и республиканских программ строится современная универсальная спортивная площадка. Но будет она не для футбола, а для волейбола и баскетбола. Молодежь это не огорчает, а наоборот, заставляет с нетерпением ждать новый объект. Мы здесь будем играть в волейбол, баскетбол, может быть и другие игры. Мы, конечно, очень ждем. Красиво получается? Ну да. Мяч не будет вылетать. Я люблю заниматься волейболом. Мы с друзьями приходим в школу вечером, у нас кружок, и мы там занимаемся. А благодаря этой площадке, думаю, у нас будет больше пространства, больше возможностей заниматься моим любимым спортом и некоторыми еще. На строительство спортивной площадки выделено 2 миллиона рублей. За работу отвечает организация ПМК «Мелиорация». Строительство объекта размером 18 на 30 метров началось в середине августа. Сначала велись земляные работы, затем территорию забетонировали. Сейчас она покрыта полимерным материалом. В настоящее время территорию огораживают сеткой. Осталось установить корзины для игры в баскетбол и смонтировать освещение. Строительство такой спортивной площадки в нашем селе было мечтой. И вот она сбылась. И дети, и взрослые одинаково обрадовались этому. Сейчас мы думаем, что здесь и детский шум не утихнет. Площадки пустовать не будет. Есть уже планы по проведению различных турниров, дружеских встреч. Освещенность объекта позволит заниматься здесь и в темное время суток.